На каком дети читают стихи? Мне зовут Юша Никита, мне 9 лет. Произведение Михаила Садовского «Доброе сердце». Я как-то в дом принес щенка, бездомного бродягу, чтобы покормить его слегка. Голодную беднягу, ну что ж, сказал мой, пусть, он поживет немножко. Вот как бы такая грусть, найдется суп, ложка. Я во дворе нашел потом котенка, чуть живого, его принес я тоже в дом, сказала мама снова. Ну что ж она сказала, пусть, он поживет немножко. Вот как бы такая грусть, найдется каша, ложка. Я поглядел, нашел потом, я поглядел, нашел птенца. Одним вороны вились. Я спрятал шапку сорванца, мы с ним домой явились. Ну что ж, она сказала, мама, пусть, он поживет немножко. Вот вот такая грусть, найдется хлеба крошка. Однажды я нашел ежа, ужа и черепаху, и за дверь бежал, наверное, со страху. Сказала мама, пусть живут в квартире так чудесно, если потесниться, тут и нам найдется место.